Всем привет! Сегодня видео про продукцию, которую мы заказываем в американском интернет-магазине Herb.com. Первый продукт – это необычная зубная паста. Мы привыкли к зубным пастам еще с детства, что они имеют белый цвет. А у этой пасты цвет кремовый. Это связано с тем, что она в основном сделана из натуральных продуктов. Внутри коричневая жидкая кашица, похожая на размолотые травы. Эта паста содержит очень много натуральных ингредиентов, эфирных масел, экстрактов растений. В пасту добавлены легендарный черный орех, хлорофилл и даже коэнзим Q10. Вот еще несколько наименований, которые есть в этом тюбике. Это алоэ, корица, эхиноцея, эквалипт, вытяжка из семян грейпфрукта, лаванда, мята, календула. Я пока в других пастах такого списка больше не видал. Из-за того, что состав этой зубной пасты натуральный, есть люди, которые эту зубную пасту намазывают на десна и через несколько минут только начинают чистить зубы. Еще было большое мое удивление, это то, что паста совсем не пенится. Поэтому, если вам нравятся зубные пасты, которые пенятся при чистке ваших зубов, то, думаю, эта паста вам не понравится. Зубная паста очень хорошо освежает полость рта и удаляет налет, и отбеливает. Еще большой плюс этой натуральной пасты в том, что в составе ее нету канцерогена SLS, то есть все натуральное. Одного такого тюбика нам хватает на двоих, на месяц, на полтора. Паста интересная, рекомендую ее покупать, пробовать. Но еще раз повторюсь, из-за того, что паста не пенится, из-за того, что там нету тех химических элементов, которые дают пенку, поэтому получается не всем она нравится. Ну вот, в принципе, то, что я хотел рассказать про эту пасту. Ссылки будут находиться ниже под этим видео, так что заходите. Для тех, кто первый раз будет заказывать в магазине Herb.com, если вы зайдете по этим ссылкам, то получите 5 или 10 долларов подарок. Следующий продукт – это детская зубная паста гель. Детям очень нравится, потому что она вкусно пахнет клубникой и имеет цвет розовый. Эта паста при чистке зубов образует густую и плотную пенку. Удобный дозатор с крышечкой, удобная форма тубы. Ее можно поставить на крышечку, и она не будет лежать на умывальнике. Нашему ребенку хватает одного тюбика на 2 месяца. Плюс этой зубной пасты в том, что в составе нету фтора. Но, к сожалению, есть содиум кокосульфара. В интернете я нашел, что это похоже на SLS, но чуть-чуть по-другому. Я не стал сильно разбираться в этом, но получается, что она не полностью натуральная. Производитель этой зубной пасты в качестве основного градиента в геле использует природный ксилитон. Его используют также в производстве жевательных резинках, в таблетках, конфетах, средства для полоскания рта. Итак, что же такое ксилитон? Ксилитон – это низкокалорийный подсластитель. Клиническими опытами доказал свою способность предотвращению образования кариеса и периодонтита во рту. Вес зубной пасты 85 грамм, сделано в Америке, разрешено пользоваться пастой детям 2 лет. К сожалению, краска на тюбике через определенное время начинает облазить. Итак, самое главное в этой зубной пасте то, что нету фтора, SLS и глютена. Эту пасту мы уже покупаем давно, нашему ребенку она нравится. Поэтому выбирайте, читайте, интересуйтесь, подходит она вашему ребенку или не подойдет. Я рекомендую хотя бы купить ее и попробовать. Подписывайтесь на наш видеоканал, оставляйте свои комментарии, пожелания, нажимайте на лайки, нравится. Мы вам будем очень благодарны за это. Ну и следите за нашими новыми видеосюжетами. До свидания.